Внимание, друзья, началась запись. Это историческая запись. Ой, не так. Руки чешутся. Выворачивай аккуратно, прямо на почву. Вы видите двух юных садоводов. Тимоша был садоводом номер один в России, начиная с 4 лет, сейчас ему 9. Но по-прежнему остается один, еще все полностью, остается одним из самых таких уже опытных. Теперь он еще не садил косточки. А у меня случилось так, что косточки, которые были на грани всхожести, я выслал в Кемеровскую школу номер 70, руководителю проекта Скугарева Антонине Ивановне. А эти же не пропадают же добру. Вопрос, зайдет или не взойдет? Значит, кладите их в эти самые. Давайте это. Смотрите как. Видите, они длинные ростки. На бок, просто на бок кладите и все. Соня, все попортите. Бери вот сюда, клади на бок. Давайте, и ты тоже. Вот тут должна быть ровная грядочка. Вот она. Так, сюда клади. Присыпай. Не так, это хвост. Это у нее называется, это корень. Поэтому уже втыкать туда не будем. Ну, в принципе, можно немножко. Вот, и вот так присыпать. Всего 2 и 3. Соня, давай, пробуй ты. Так, только не сломать корешок. Уже вот так вот ложим символически, как это. И чуть-чуть. Вот так вот, раз. Только все символически. Третье. Причем я хочу, чтобы у вас получится, не получится. Может, они уже переросли. По такому, Тимоша, начинаю вот тут вот где-то, с третьей грядки. С третьей этой. Давай. Тут уже мы положили сюда? Нет, давай сюда. Забыла? Может так. Она потом найдет себе дорогу вниз. Чуть-чуть, потому что иначе росток сгниет. Хорошо, он еще не появился. Все, давайте, ребята, работайте. Это исторические съемки. Будет у Сережи, у Сергея Железова. Вот так. Ой, смотри-ка. Соображай с первого раза. Так? Нет, чуть-чуть присыпь. Это если бы не сразу, было бы так. А теперь уже видите, как осталось на поверхности. Мыши, вороны, все любят. Посередке, Соня, посередке. Давай так, ты бери крайние, клади, крайние только. А Тимоша посередке из другого края. Ладно? А как? Ну ты не достаешь. Какой? Ну все, засыпай, там что будет, то будет. Конечно, эти надо вообще-то выбрать, сломаешь. Надо бы их выбрасывать. Но дело в том, что посмотрю, какие у вас руки, легкие или нет. Вот Тимоша правильно сделал, покажи. А, ну все, молодец. Ну это, конечно, ее бы надо выбросить. Ладно, чтобы тебе это... Давай. Что корень очень... Смотри, видишь, вот это росток, смотри. Угу. Корень, а вот с этой стороны росток. Вот он должен вот так расти. Угу. Вот, Тимоша, попробуй сделать так, смотри. Так. Корень и росток, смотри, видишь? Угу. Внимательно, покажи росток. Здесь? Вот он. Вот он. Вот им вверх. Попробуй. Соня, ты бери, которые спят еще. Сади. Давай. Как? Или почти спят. Давай. Что делать? Посади вместо Сони вот сюда, посередине. Вот сюда. Посмотрим. А вдруг спасем. Они бесценные. Вот тут посередине. Ну, это сильно глубоко. Ну, нормально. Ну, ладно. Вот может, это. Правда получится у тебя. Вот это. Ну, не дави только на них. Вот это. Они сразу ломаются. Давай, Соня, клади. Вот эти крайние пусть твои будут. Вот по этому краю. А ты можешь в другой край и середину. Куда ты? Дальше, дальше немножко. Вот тут, ага. Делай ямку, не бойся, руки испачкай. Куда ты вверх ногами? Корешок вниз. Забыла. Забыла. Ух, темнота. Ничего, я из вас делаю людей. А вот это что? Этот? Давай, нет, он, по-моему, уже сгнил. Ну-ка, погоди. Конечно, спасаем. По принципу, хорошо полыну зашла. Да, этот уже все. Он сгнил, потому что он рос, перерос. И просто умер, потому что он был глубоко закопан. В самом низу вот такой вот это, вот смотри. И все, выбрасываем. Следующую. Так можно не устать. О, уже устала. Все. А язык показывать не устаешь? Ну-ка, покажи всем язык.
Скажи, погляжи, скажи, я буду садоводом. Скажи. Чего? А это садить? А? Это садить? Этот, давай смотреть на него. Вот. Он делал в том, что такое впечатление, что он собирается взойти. О, вон, смотри внимательно. Вот я чуть-чуть ковырнул, видишь? Угу. Сади, этот точно взойдет. Ну, а Соня уже все, Соня уже устала. Ну, что делать? А? Сосиску в тесте хочу доесть. Кого доесть? Сосиску в тесте. Ну, так иди доедай, кто ж тебе не дает. Мы с тобой в деревне, что мы можем купить? Деревенский магазин, спасибо, хоть сосиска в тесте есть. Все из супермаркетов. Боже мой. Как вспомню, 36-7 лет назад. Я не мог проехать по улицам. Невозможно. Куры, утки, гуси, индюки, свиньи. Вот, все это гогочит, все это пищит. Так и норовишь кого-то раздавить. Вот это было. А сейчас тишина, покой. Вот. Молодец, Тимоша. А, только уже... Нет, сади так, чтобы корни вниз, и чуть-чуть присыпай. Об остальном не думай. Так, что-то надо было ближе к середине. Ну, ладно. Так, ну что, заканчиваем съемку? Так, помаши руками. А, слушай, что же нам делать-то? А, ну я уже теплицу показывал. Показывал. Что же? Да, пожалуй, все. Будем считать, что мы учим детей. Вот так. Мы спасаем вот эти. Вот, не наступи. Вот, мы спасаем последние косточки. Ну, а ты, по-моему, сломался, да? Горло болит. Иди в дом. Не болит. Не болит, тогда сади дальше. На пару будем садить. Так, попрощайся с народом. До свидания. Вот так, по-настоящему. Сделано. До свидания. Скажи, наших мало. Все на посадку абрикосов, слив, персиков. И не верьте, что все это не может расти. Ладно, сейчас пока посади, а я сейчас отойду, покажу эти персики. Потому что сколько я уже наслушался оскорблений. От этого интересно жить. У меня тут пока отключится, еще есть немножко времени. Вот. А, кстати, все спит. Сегодня 1 мая. А, кстати, Соня, поздравляю. 1 мая. Прими поздравления от старого большевика. Вишни спят. Абрикосы спят. 1 мая. Я к тому, чтобы меня не путали с Украиной. Вот, потому что проще сказать, а вот почему у него персики растут. Потому что у него климат. Вот. И ладно бы какие-нибудь эти, это солидные люди, всю эту грязь эту собирают. И мысли они приходят, что жизнь прожита-то зря у них. Помните, посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Так, дальше не пойду. Ближний персик показываю. Так, кто сомневается, что это персик? Смотреть в глаза. Кто сомневается, что это персик? Откуда эта рана? Ну, вы же догадались. Вот, это рана от того, что бьется об это. Ветром об забор. Мой недосмотр. Вот, цветочные цепочки видите? И все спит. Это Сибирь. И, наконец, показываю последнее поколение, еще более надежное. Тело, что ты не садишь? Это учти, это твой заработок осенью. А там мало целых. А, все подряд. По принципу, что взойдет, то наше. Давай. Ну, я уже понял, неохота. Сказал на пару. Ладно, я сам досажу. Ну, учти, деньги тогда мои. Видишь, как я тебя пытаюсь. Я это. С тобой. А, ну, вдвоем-то интереснее, конечно. Сейчас я персики покажу. Идите, может, сюда. Придет время, и ты будешь взрослым, серьезным мужчиной, садоводом. Вот. И вот это доведешь до ума. Следующее поколение персиков зимует на морозе. Вот эти 2 года зимовали.
попробуйте найти хоть одну отсохшую веточку. Смотрите. Нет, не нашли, да? Давайте еще. Ага. Ну, цвет коры, сами видите. Вот. Вот с этого я срезал ветки на прививку. Давайте смотреть. Мне интересно. С одной стороны, конечно, показать бы уже живые, что это не мертвые. Но дело в том, что чем позже они просутся, тем больше шансов, что они попадут под весенние заморозки. Вот еще. Вот еще. Найти бы хоть одну веточку просохшуюся, не получается. И вот еще. Тоже брал ветки на прививку. Самое удачное место, я это называю, знаете как, тепловая подушка. Вот они, персики, 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 персики. Нет, это абрикос, а это персик. Ну, в общем, я жду цветения. Так, ну, вроде бы все. Сейчас мы будем прощаться. Тимошка человек коллективный, одному ему скучно работать. Сейчас засадим абрикосы, чтобы хотя бы половина взошла. Конечно, их надо выбрасывать. Я всегда выбрасывал, а тут похватился, а детей когда учить? Ну все. Тимоша, еще раз помаши рукой. Скажи, с праздником 1 мая! С праздником 1 мая! Все.